Эксклюзивные сокровища представляет ювелирный салон «Ринго». Гордость этой весны – коллекция «Мистика». Витиеватые узоры, ослепительные бриллианты – все говорит о высочайшем ювелирном искусстве и уникальности дизайна. Еще одна роскошная линия – «Роса». Для утонченных и взыскательных натур. Русские царевны удивляют своей красотой. Волшебный блеск бриллиантов и таинственное великолепие самоцветов достойны королевских особ. В Ринго также представлен французский бренд «Эль» с линией серебряных шедевров. Ценители жемчуга очаруют ассортимент изысканных изделий. Кольца, серьги, классические нити жемчуга – это особый шарм и романтика. Бренд «Ярослана Добрянская» представляет прекрасные произведения дизайнерского искусства из натуральных камней. Эти великолепные украшения волшебным образом преобразят вас, дополняя неотразимым очарованием. Ювелирный салон «Ринго» – ваша шкатулка фамильных драгоценностей. Для многофункциональных центров по всей стране внедряется единый фирменный стиль «Мои документы». Сургут не исключение. Многофункциональный центр Сургута меняет имя на Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Здесь просто и быстро можно получить нужные документы на все случаи жизни. В основе единого фирменного стиля «Мои документы» – внимание к потребностям людей, дружелюбный сервис и комфорт. Особенность стиля – предоставление государственных и муниципальных услуг по жизненным ситуациям. Такой подход предполагает, что в офисе государственных и муниципальных услуг «Мои документы» заявитель получает не отдельную услугу, а целый комплекс. К примеру, при рождении ребенка родители смогут в одном месте оформить различные пособия, государственный сертификат на материнский, семейный капитал, СНИЛС и ННН. Здесь оборудовано 25 окон для приема заявителей. Сегодня в Центре государственных муниципальных услуг «Мои документы» можно получить более 300 услуг. 10 мая состоялось открытие нового Центра государственных и муниципальных услуг «Мои документы» по адресу город Сургут, улица Профсоюзов, 11. В помещении установлены терминалы банков-партнеров для оплаты государственных пошлин. Есть комната матери и ребенка, обеспечен доступ к единому порталу государственных и муниципальных услуг. Режим работы центра с 8 утра до 8 вечера, в том числе в субботу до 18 часов, воскресенье, выходной. По многоканальному телефону 206-926 можно предварительно записаться на прием и получить информацию о предоставляемых услугах. Мы предлагаем ознакомиться с видеоподборкой, пожалуй, самых актуальных моделей верхней одежды. Мех всегда придавал женской куртке особый шик и роскошь. Поэтому неудивительно, что такие модели остаются актуальны и в этом весеннем сезоне. В тренде плащи, плащи и еще раз плащи. Изюминка этой весны – пальто, инкрустированное стразами и с отделкой меха. Демисезонная одежда всех новых тенденций мировой моды в салоне кожи и меха «Солени Коллизионе». Мировые производители всегда рады побаловать своих покупателей скидками, акциями и распродажами. Только до конца мая скидки на весеннюю коллекцию до 20%, а дубленки почти даром. Короткие по 15 тысяч рублей, длинные по 20. Солени Коллизионе. Твоя незабываемая весна. Торгово-развлекательный центр Сургут-Ситимолл. Второй этаж, рядом с Оби. Мая в Сургуте высадится рыбный десант. Десятки видов копченой рыбы, красная икра и высококачественные консервы будут представлены в павильоне «Рыба Камчатки» до 22 мая на 4 этаже ТЦ «Богатырь», улица 30 лет Победы, 66.